drained of life for the Spider Kingdom. What's done? Нерубиан Вивер, Анубсиран. Имя Анубсиран наводит страх на любого, кто когда-либо встречал нерубийцев. Даже великий убийца Анубарак не решится сражаться с тем, кто пришел из-за грани мира духов. Нерубиан Вивер способен быстро проходить сквозь своих врагов, нанося им урон. Используя свои способности, полученные в чужом мире, он способен отправлять себя в прошлое, чтобы избежать смерти. Он ударяет врага из будущего, делая свою атаку еще более смертоносной. Анубсиран. Только дураки не боятся этого имени. Поехала. Мясорубка. Мясорубка. Поехала. Я тут еще живу. Просто изумительный герой. Всем рекомендую играть на этом герое, друзья. Оу. Нет, только не убивай. Смотрите, как его будут грызть сейчас. Ну, понял. Понял, братцы. Понял. Всем привет, дорогие друзья. Сегодня у нас гайд на Вивера. Сегодня я вам расскажу некоторые секреты по нашему персонажу. Как работает Сворм, как работает Шукучи, как работает Гиминейт Атак и, конечно же, что такое таймлапс и как можно с помощью таймлапса вернуть к жизни нашего союзника. Я знаю, что видосы по аганимам вы не смотрите, поэтому в этом гайде, ребят, не переключайтесь, вы узнаете очень много нового для себя. Поэтому, друзья, погнали! Ну что ж, друзья, первая способность на нашем персонаже это Сворм. Прокачали мы уже Сворм, способность специфичная и очень интересная. Сейчас я вам расскажу, как ей пользоваться. Прокачали мы, хоткей у нас R, и что у нас будет происходить сейчас? Давайте посмотрим. Нажимаем R, и вот такой таргет появляется, и ну давайте в Анубарак отпустим. Давайте обратим внимание. О, нифига, такой рой какой-то жуков, да, выпущен был, далеко летит. Долетел до сюда. К слову, ребят, 3000 расстояния полета этих жуков. И при этом, посмотрите, на Неруба у нас прицепился один такой жучок, и он его кусает. Он его кусает, и армор у нашего Анубарака ушел. И демеджа, посмотрите, сколько нанесло. Это ведь жучок только первого уровня. Жесть, как это работает? Объясни. Смотрите, друзья, когда вот этот рой пролетает, в радиусе от этого роя еще на 100 единиц, есть такая тема, что жучок может зацепиться за того, кто ему не нравится. Конечно же, оппоненты моим жучкам не нравятся, поэтому он может зацепиться на Неруба, может зацепиться на Крипа, может зацепиться на Нейтрала и начать его кусать. Для того, чтобы избавиться от этого паучка, нужно нанести ему 4 удара. Или же, если вы крипочек в стань мид, то тогда нужно нанести 8 ударов. Или если это тавр. Тавр также наносит 8 тычек по этому жучку, и только потом жучок этот спадает. Этот жучок с интервалом с разным бьет, в зависимости от уровня прокачки, и при этом он сносит армор за одну тычку. Длительность такого жучка на оппоненте 16 секунд. Это реально годно. Ну и что ж, смотрите. Давайте поговорим по уровням прокачки. На первом уровне у нас интервал атаки 1,4 секунды, на втором 1,25, на третьем 1,1 и на четвертом 0,9 секунд. Каждые 0,9 секунд будет бить жучок, то есть почти, ну, быстро, реально быстрее, чем в одну, раз в одну секунду. И КД 35, 30, 25, 20, монокос 70, 80, 90 и 100 маны. Длительность такого паучка 16 секунд, то есть как пользоваться? Вот так вот закидывается в оппонента, и все, жучок начинает настигать. Посмотрим дэмэдж жучка. Посмотрите, 20 на 20 геройской атаки. Это реально очень круто. И с каждым уменьшением армора этот геройский жучок, так сказать, он будет наносить как можно больше урона. Он реально будет жестко кусаться, друзья. Его нужно сразу ликвидировать. Как его снять? Очень просто. Вы должны просто нажать вот эту штуку А, хоткей А, атаковать и перед собой вот так сделать. И сразу же
наш герой начнет бить ближнего, а ближний на нас находится. То есть он сидит у нас, этот жучок, на спине, и мы его сразу начнем сбивать. 4 тычки, и этого жучка уже нету. Данная способность легко вешается на БКБшных юнитов. То есть эта способность, она такая, знаете, это, ну, не спелл такой направленный какой-то. Это, можно сказать, такие жучки, которые просто, ну, захотели, зацепились и начинают душить. Вот посмотрите сейчас, лесничков будут душить. Леснички не знают, что делать, смотрите, начали сбивать, и тяжело им сбить их, потому что нужно 8 тычек, и это очень долго. Посмотрите, как они, бедные, страдают. И, конечно, анубарак у нас тут тоже страдает. Если у вас есть инвиз, и на вас повесился вот такой вот жучок, то вы изи можете с помощью инвиза сбить этого жучка, не обязательно даже его бить. Вам просто нужно зайти в инвиз, и жучок этот с вас спадет, и все. А если вы находитесь в БКБ, то вам 100% надо сбивать этого жучка, потому что, ну, в БКБ, несмотря на то, что этот жук просто в БКБ на вас прицепится, вы, ну, вы сможете просто хапать от него. И, конечно же, будете лишены возможности, так сказать, отката даггера. Это реально очень-очень-очень неприятно, друзья. В общем, я надеюсь, вам способность это понятна. Длительность одного жучка такого 16 секунд. А, еще не уточнил, ребят, этих жучков всего 12. То есть, если большое количество вот тут крипов стоит или героев, то вы закидываете, и на всех жучков может не хватить. Да, об этом нужно помнить. Ну и что ж, снимает армор. За одну атаку интервал у нас КД и монокосты улучшаются. Длительность 16 секунд такого жучка. И в принципе все, не цепляется на инвизных, это понятное дело. Но если вы видите, если вот тут стоит в центре, и у нас анубарак стоит в инвизе здесь, и на него зацепится жучок, и он выйдет с ауэшки в центре, то с него жучок упадет. Вот такая механика, друзья. Надеюсь, этот спелл вам в понятии очень прост сейчас. И, конечно же, на этом все. Поехали на вторую способность. Итак, друзья, вторая способность на нашем персонаже называется Шукучи. Шукучи — это очень страшная способность для наших оппонентов в совокупности с первой. Это просто очень отвратительная тема. И, конечно же, что у нас будет происходить, я вам сейчас поведаю. Смотрите, хоткей у нас С, и нажмем С. Наш персонаж заходит в инвиз и быстро побежал. Скорость передвижения в инвизе становится 522 единицы. При этом наш вивер становится небольшой ауешечкой, 175 единиц. И в радиусе, когда мы будем рядом с кем-то пробегать, мы будем оппонента всех дамажить, в зависимости от уровня прокачки. Дэмэдж наносится сразу инициаловый, то есть который вот здесь вот написан. Это магический урон, минус резисты отнимайте, и получается у нас так. 75, 100, 125 и 150 магического урона будет наноситься оппонентам, которые будут у нас, так сказать, под вивером, можно сказать, или подождите, или вивер будет под ними, но сути не имеет. И, короче, вот так вот пробежали, продамажили, и вот так вот можно задрачивать. К слову, длительность этого инвиза 4 секунды, и КД у нас тут также разный. Смотрите, 12, 10, 8 и 6 секунд. 6 секунд длительность, 4 секунды КД. Это круто, то есть 2 секунды вы находитесь без инвиза и можете постоянно бегать с МСом 522 единицы. При этом еще и наносить урон, когда вы находитесь, так сказать, под оппонентами. Вы вот так вот по драке мансуете и дамажите, дамажите, дамажите. Это очень-очень грозно. Ну и монокост этой всей темы 60 маны. На БКБшных юнитов не будет работать вот этот дэмэдж, но вы сможете спокойно пробежать через них. Статус фейзов тут также присутствует, то есть то, что вы можете вот так вот пробежать, видите, я, так сказать, в его хитбоксе. При этом еще и как бы продамажить, это круто. Друзья, ну и что ж, и самая интересная фишка, которая тут есть, это то, что независимо от того, какие дебафы на вас накидали, вы сможете бегать постоянно в инвизе с максимальной скоростью передвижения. Давайте поставим сентричок один и посмотрим, что у нас будет происходить, когда анубарак накинет на нас хекс. Мы будем находиться в Шукучи. Нажимаем и окей, закидываем. И смотрите, бешеные чикен макнаггетсы у нас тут появляются, и все, и побежали, и душить. Мы сразу бежим там в KFC или куда, Бургер Кинг, для того, чтобы нас поскорее пожарили и подали на стол. Видите, без Шукучи мы очень медленны, но с Шукучами мы очень быстры, независимо от того, накинули на нас какой-то дебаф или нет. То есть, если на нас будет действовать какое-то замедло, то мы изи можем это игнорировать с помощью второго спелла. Ребят, вот такая вот вторая способность. Надеюсь, она вам более чем понятна. Забегаешь в инвиз, пробегаешь через оппонентов, наносишь урон, разный КД, монокост 60 маны и длительность 4 секунды. Поехали на третью способность.
Итак, друзья, следующая способность на нашем персонаже — это Geminate Attack. Атака у нас будет производиться дополнительная при том условии, если у нас эта способность прокачана. Эта способность у нас имеет пассивную основу, то есть не нужно ничего нажимать, не нужно ничего активировать. Мы прокачиваем эту способность, хоткей у нас K, то есть К, и вот так вот у нас уходит она такая, знаете, туда вовнутрь, то есть сигнализирует о том, что это у нас пассивная способность и что у нас будет происходить. Наш герой будет наносить двойную атаку, видели, две тычки нанеслось, и вот эта способность пошла в КД. Откедешивается, и снова можно дать двойную атаку, то есть если так мы бьем один раз, то тогда, когда у нас откатывается вот эта тема, то мы можем делать вот такую двойную тычку. Это реально круто. И с уровнями прокачки у нас, конечно же, улучшается вот эта тема КД вот этой пассивки. 6, 5, 4 и 3 секунды требуется для того, чтобы откатить вот эту дополнительную атаку из будущего и наносить оппоненту очень жестко урон. Эта способность не является орб-эффектом. Сюда можно собирать все, что хотите. Там, дезоляторы, скади, что хотите вообще, разницы нету. Но не забывайте про орб-эффекты, которые не стакаются. Есть нейтральные орбы, ну, то есть это даже не орбы, это просто нейтральные артефакты, а есть орб-эффекты. Ссылку на орб-эффекты находите внизу и смотрите. И не задаете вопрос, а какой орб-эффект можно собрать с каким-либо предметом. Ну и вот такая вот у нас способность. Просто позволяет продамажить оппонентов. Работает на все. Настроение, на героев, на варды. Неважно, неважно, друзья, как вы это используете. Главное, чтобы вот тут она у вас была доступна. И, конечно же, так как это пассивка, она отключается с Сильверейджем, друзья. В принципе, по этой способности нечего рассказывать более. Поехали на ультимейт. Итак, друзья, переходим к самой интересной способности, которая у нас есть на Вивере. А именно, мы можем вернуться обратно в прошлое на 5 секунд. И это тупо, дико, не знаю, как хотите это называйте, но это реально бомбовая тема. То есть, смотрите, что у нас будет происходить. После того, как вы прокачали таймлапс, за вашим героем будет тянуться такая нитка времени. Нитка времени равна 5 секунд, с помощью которой вы сможете вернуться на определенное место. При этом вы сможете восстановить хитпоинты и монопоинты, которые вы потеряли в случае, если вас убивали. Если на вас нападает Анубарак, вот так вот, о нет, 5 секунд вы назад, вы где-то были здесь. И нажимаете таймлапс, и вы отправляетесь туда, обратно в прошлое, возвращаете себе всю ману и хп. То есть, как вы возвращаете? На тот момент, 5 секунд назад, вы были здесь фуловыми. И тут прохапали дэмэджа. И, конечно же, вы вернете все то, что у вас было в то время. Да, это очень круто. То есть 5 секунд назад возвращает у нас Вивер. При этом с уровнями прокачки у нас улучшается только монокост за юзание этой способности. 150, 75 и 0 маны. КД 60, 50 и 40 секунд. Это реально годно. То есть как этой темой пользоваться? Смотрите, примерно, окей, вот здесь вот 5 секунд назад я был. Так, сколько? 5 там, оп, 5 секунд. И примерно сюда мы вернемся. То есть это очень круто. При этом мана и хп, какие у нас были вот здесь вот на уровне, в данное время, они у нас остаются. То есть я примерно вот, ну, показываю, смотрите, Неруб, допустим, нас продамажил. Ну, давайте еще раз, потому что у нас КД тут. Неруб нас продамажил очень сильно, мы убегаем, мы такие уже лоу-хэповые. Нас здесь уже сейчас убьют, а мы такие берем, опа, и мы становимся фуловыми с фулл маной и с фулл хитпоинтами. Эта тема работает в обе стороны. То есть, смотрите, если вас убивают, и вы байбекаетесь и нажимаете таймлапс, вы, допустим, умерли где-то вот здесь вот, то вас с этими же хитпоинтами, которые у вас были, вернет сюда с этой маны. То есть вы можете сюда лох и поуми. То есть эта тема работает во все стороны. Не обязательно, что в лучшую сторону может вам это сыграть. Способность запоминает, какими вы были 5 секунд назад, и делает вас такими же и на то же место отправляет. Друзья, очень годная способность. Я надеюсь, вы поняли, как она работает. Просто 5 секунд назад отменяет и возвращает вас на то место, где вы были 5 секунд назад. Надеюсь, поняли, да? И тут у нас еще есть аганим на данной способности. На данной способности есть аганим. О аганиме мы сейчас будем разговаривать. Поехали. Итак, друзья, берем мы аганим на Вивера и темп 300 прописываем, и появляется у нас тут аганим сеттер, и мы его не можем выложить. Это уже первый звоночек о том, что нужно задуматься
насчет Аганима, но Аганим на Вивера это реально отличная тема, если вы находитесь на четвертой позиции. Да и в принципе, если вы играете серьезную игру, то Вивер очень часто может просто нереально солить, пока Вивера вы не убьете. Да и в принципе, тут столько нюансов всяких с этим ультимейтом будет, что вы просто будете в шоке. Ладно, подобрали Аганим, смотрите. Аганим мы не можем выкинуть, эффекта визуального никакого не дает. И что у нас будет происходить вообще при покупке Аганима? Смотрите, КД у нас ультимейта стало 20 секунд. При этом Аганим вы можете юзать на своих союзников. Да, не только на себя, но и на своих союзников. К сожалению, в соло-лобби я это вам показать не могу, но надеюсь покажу вам это на геймплее. Это реально очень круто. То есть вы можете так сейвить союзника, возвращая их 5 секунд назад. При этом... Без Аганима, ребят, разницы нет. Я забыл вам сказать, когда тестил сам ультимейт на Вивера. Смотрите, как это работает. Вивер, когда возвращается назад, на него накидывается сильнейший диспел, который снимает все дебафы, которые можно снять. А именно там, ну допустим, ножик Queen of Pain, там, или Venomous Gale от Веника первый. То есть сильнейший диспел идет. То есть даже на союзников, когда мы будем применять его с помощью Аганима, наш ультимейт, на союзников также будет вот этот диспел жесткий работать. Ну, Doom, конечно, не снять, потому что это сильная способность, но эта способность способна поснимать большинство способностей, которые можно снять, друзья, можно развеять. И, конечно же, дальность применения ультимейта на союзников будет у нас 1000 единиц. Это реально очень много. При этом и КД еще 20 секунд, это жесть. Ребят, представьте, раз в 20 секунд с расстояния 1000 вы можете спасти союзника от смерти, вернув ему хитпоинты. То есть там Лина, допустим, дает лагуну, сейчас добьет уже вы такие союзника. Опа, вернули. Или сами вернулись. Но единственное, что мне не нравится, способность становится таргетом. И неудобно, уже нужно просто успевать на себя быстро нажимать, и тогда вы вернетесь к исходному, так сказать, значению хитпоинтов и монопоинтов, которые были у вас 5 секунд назад, друзья. В общем, вот такой вот герой у нас сегодня, друзья. Надеюсь, вы поняли, что с Аганимом вы можете юзать на союзника ультимейт. Без Аганима вы можете пользоваться ультимейтом раз в 40 секунд и только на себя, к сожалению. И, конечно же... Совокупность всех скиллов у Вивера очень сильные. Дабл тычка, инвиз, сворм, жучки эти, они вообще просто неистовые. И сейчас я вам покажу, как можно собрать Вивера. Можно собрать классического через Радиенс. Можно собрать четверку именно через Аганим. И работать на союзников, не позволяя никого убивать в принципе. И сейчас вообще посмотрим, что же у нас Вивер представляет из себя на 85-й карте. Метовый он или нет? Друзья, обязательно напишите комментарий, понравится вам этот гайд или нет после игры. И обязательно поставьте лайки. Спасибо, что смотрите меня и подписывайтесь на канал. Гайдов будет еще очень много. К сожалению, времени на гайды нету. Работа душит, друзья. Но я стараюсь выпускать еще и плюс нарезочки какие-то, чтобы вы не скучали. И спасибо, в общем, всем, друзья. И что ж, переходим уже непосредственно к геймплею. Пожелаю всем приятного просмотра, друзья. Поехали. Что, друзья, загрузились мы. И что ж, у нас Вивер в сегодняшнем распоряжении. Конечно же, сегодня мы попробуем замутить лучший геймплей на Вивера. И, конечно же, что ему нужно, в принципе, я вам сейчас расскажу. Вивер у нас такой персонаж, который немного страдает из-за того, что у него недостаток хитпоинтов. Но это я вам покажу, как все исправить. Как правильно закупиться. В принципе, Вивер очень хорошая тройка, очень хорошая четверка. Но также можно пойти и на центральную линию, если у вас нету никакого персонажа, который может постоять центральную линию, то мы можем изи пойти и задушить. Сейчас мы пойдем на топ. Можно на изи линию пойти, куда хотите. На этом герое вообще можете идти. Он, в принципе, изи справляется со всеми такими трудностями, друзья. Так что поехали, поехали. Берем на первом левеле. Вообще по-разному тут, смотрите. Если вы хотите 100% забрать руну, то, конечно же, лучше брать сворм, если будет готовиться какая-то драка. Но нужно не забывать о том, что у вас не будет инвиз для того, чтобы убежать. Поэтому загуливать сильно не нужно будет, ребят. Нельзя будет. В общем, тут будем выходить в классическую керри-катку. Я думаю, вам она понравится. О, хускар. Как раз хускара мы контрим. Мы контрим очень хорошо вот этого пацана. Также, возможно... сможем. Ну, я думаю, фантома мы законтрим. Просто пауков на всех фантомы иллюзии закидываешь, и там фантомы некогда будет их скидывать, эти, так сказать, свормы. И, конечно же, будет интересно.
Посмотрим, как тут будем раскачиваться. На линию с Лордаром пойдем, но... С Лордаром мы фарма не дадим, конечно же, потому что мы засранцы на вивере. Постараемся максимально. Выфармить нужно будет сделать пресс-бэйн, так, виллу и урну. Урну. Урна — основной артефакт для нашего героя. Но у нас тут, кстати, бара есть. Возможно, придется урну не собирать, потому что у нас в команде бара. Из-за бары придется не собирать. Но виверу урна вообще пушка, потому что вы в драке можете мансовать, четко раскидать урну. И у вас все будет просто прекрасно в игре. Так, ну что ж, выходим на линию. Да, кто у нас тут будет? Угу, фантом. Берем, значит, инвиз, если что, будем разминать. Но тут Слардар, так понимаю, будет фармить. Тоже не хочется у Слардара фарм забирать, потому что это неправильно будет. Это будет неправильно, друзья. Ой, а он торопится, тоже не хочет добивать, походу. Не хочет добивать. Я думаю, мы сейчас возьмем ТП-шку и будем роумить, ребят, потому что у Слардара не хочу фарм забирать. Слардара фарм я не хочу забирать, поэтому, наверное, будем немного нагнетать фантомчика. И с вторым левелом попробуем что-то гангануть. Потому что тут такое. Такое. Отдаем Слардару максимально, короче, фарм. Да, но он такое. Добить не может ничего. Походу у нас на Слардаре парень. Не в рейсбендик бы. Слардар, походу, торопится. Так, ну оценим ситуацию. Ситуация изи, на этой линии можно будет изи овнить, в принципе. В принципе, изи овнить можно будет. Ребят, настоятельно рекомендую. Если вы являетесь вот таким вот керри на линии, то рекомендую вам не стоять и не тычковать вот так вот крипа, как делает это Слардар. Это может вам притупить моторику тем, что вы стоите разминаете. Вы можете, или задержка появится, что вы прогуляетесь, так сказать. Или еще какие-то микромоменты, которые не позволят вам воспользоваться, так сказать, ластхитом в полной мере. К сожалению, Хускар сейчас увидел наше передвижение, и поэтому нам нужно, ребятки, отступить. Хотя могли его забрать. Но можем все равно забрать сейчас. Мы можем незаметно подбежать поближе. Вот так вот. Подбегаем. Он видит. Он видит. Нет, не видит. Все. Закидываем пауков. Две тычки. Еще одна тычка. Паучок у нас танчит. Отлично. Ну, немножко с Фердбладом мы не успели. Немножко с ФБ не успели. Дальше можно третий взять, ребят. Вот так вот. Нормально. Немножко с ФБшкой мы не успели, но ничего страшного. Возьмем вот это вот колечко. Отправим себе и ТПшечку, ребят. И гоу на низ. О, Некролайт, лох П. У нас еще и бежит. Есть дабл дэмэдж, друзья. Успеем? С дабл дэмэджем. Не успеваем, но будем бить. Будем бить, убивать. Хорошо. Хорошо, живем. Хорошо. На развороте дабл тычку. На развороте дабл тычку. Нет, все, нужно отходить, ребят. Уже опасно, уже опасно. Еще дуза нам ману сожгла. Короче, мы тут в роли четверки, я так понимаю. Потому что бегаем на побегушках. С Лордару отдали мы линию, друзья. Тут можно подфармить. С помощью дабл тычек очень легко, кстати, подфармливать. Я надеюсь, у вас сложностей не будет с этой темой. И, в принципе, герой... Несложно, друзья. Герой очень интересный, герой очень сильный. В правильных руках вивер творит просто неистовые вещи, друзья. Покупаем вот эту штуку. Возьмем стик. Давайте постоим на экспириенсе. У нас тут линия свободная. О, хорошо. Это отдается парень. Дабл тычкой. Оп. Неужто киллинг спри? Нет, не будет киллинг спри у нас, ребят. Но тем не менее, нормалды. Хорошо. Включим аквилу, чтобы продамажить тавр максимально. Оп, и пошли. И пошли. Работаем по тавру, друзья. Работаем. Ребят, обязательно напишите в комментариях, как вы качаете этого героя, что вы качаете ему и какой потенциал вы видите у этого героя в принципе. Потому что этот герой очень интересный, он очень сильный и, конечно же, требует... Наверное, все-таки макропонимание этот герой будет требовать. Для того, чтобы хоть как-то уметь им тушить.
Раскачаем инвизик, и потом будем даблтычки, ребят, качать. Потом покажу, зачем. Возьмем сапожок, чтобы, если что, сейчас пуч тут. Опа, все, это наш, по идее, клиент. Или нет? А наш даблтычкой. На, хорошо, друзья. Тангусик кушаем, сразу набегу. Опа, юзаем, отходим. И побежали. Пойдет, пойдет, неплохо. Сделали киллинг спри. Это очень-очень хорошо. Пара не стал бежать. Даблтычкой попробуем тут добить. Нет. Не добили. А чё, Слардар пришел? Слардар. Ой, я сейчас... Боже, как я хапанул. Ладно, погнали. На базу за того, что отвлекаешься. Слардар линию оставил я ему. Рефарм. Тебе рефарм отдал. И ушел. Странно. Я пошел. Так-то. Так, закупаемся, ребят, стик. Это основные артефакты на нашего героя. Просто основнейшие, друзья. Основнейшие артефакты. Выкладываем их сразу сюда. И пойдем стоять против фантома. Потому что Слардар почему-то бросил линию. Возьмем ТПшку, еще хилку. И возьмем манго, ребят. Манго. На топе сейчас очень много крипов будет. Иду. Оп, отлично. Добьем вот этого. Добьем вот этого. И добьем вот этого. Просто перфект. Выключаем аквилу, чтобы не пушить линию. Сейчас попробуем фантома нагнетать с помощью третьего нашего. Или он нас будет нагнетать. Походу он нас решил нагнетать. Но мы будем раскачивать второй. И постараемся нагнетать его. Второй, третий. Оля, он просто нас в харас... Решил одеть. Харас максимальный. Там пуч еще в кустах стоит. Оп, добил. Оп, добил. Оп, добил. И добил. Оп, дебил, да? Ужас. Фантом душит. Всю ману слил он. Сейчас мы с полными силами нападем. Он подходит, да? Подходит. Нет, не подходит. Давайте подушим его. 60 маны у него. Это наш клиент. Манго, если что, есть, друзья. В наглую идем, убиваем. Если что, есть манго на ультимейт. Нажимаем манго и ультуем сразу же. У нас все будет хорошо, друзья. Не стоит печалиться. Манго есть, можно поесть. Можно апнуть ПТшку, друзья. С ПТшкой, конечно, наш герой двигается по кайфу. С ПТшкой. И тут нужно будет делать фаст-линочку, я думаю. А меня не убьют, я думаю. Фаст-линочку. Давайте возьмем Void Stone и сделаем персеверанс все же. Давайте включим аквилу, чтобы линию пропушить. Опа, хорошо. Хорошо. Оп. Братан, держи даблтычку. Кайф, вот эти даблтычки, это просто пушка. Так, ребят, пушим линию. Не знаю, на фантома сейчас бежать? Ну, гоу. Пара бежит, мы как раз сейчас разомнем пацана. Разомнем пацана. А он умрет сейчас. Просто умер. Все. Как крипочек. Опа, меня бьет тэшка. Меня нельзя бить. Третий вкачиваем. Иногда можно через пауков играть, иногда через третий. Я играю через третий, мне так приятнее, мне так кайфово, ребята. И вам рекомендую, ведь даблтычки позволяют очень сильно харасить. Оп, не добил. Печалька. Печалька, что не добил, но ничего страшного. Далее, потеем, ребят. Надо Ring of Health выфармить тут. Даже тут, походу, шукучами, походу, придется добивать. Да, найс, хорошо. Взяли мы. Опа, хуст ДД на низу. Ля, там три героя внизу. Го-го-го, вот так вот делаем. Раз, два. На низу очень жесткий файт, я смотрю. Юзаем манго. Давайте, поехали, поможем друзьям. О, там же кусочек мяска, ребят. Опа, я здесь, парни. Гоу. Гоу, бара. Если бара не засыт, он мужик. Закидываем туда сразу тараканов. Жучков, паучков. Опа. Жуков поймал, ГГ. Уходим на ульте. Возвращаем. Опа, отлично. Тут еще пацан.
Вот так вот и делается, друзья. Так вот и делается. Вы просто забегаете туда, делаете фраг, уходите обратно, потому что опасно оттуда, вы уже не сможете убежать с помощью Шукучи, потому что они у вас КД. И все, все, все просто. Возвращайтесь, там еще и Дузу стоит. И Дузу вы принимаете. Жалко, что Бара, конечно, не выжила. Ничего страшного. У всех бывает в мире огорчения. Проблемки такие. Надо посмотреть у Бары урну. Если у него есть урна, это очень хорошо. Вообще, Вивер это такой файтерский персонаж. Как видите, мы полностью реализуем его потенциал. Просто пайтесь, и все у нас хорошо. Если сделаем линку, можно дальше сделать радиенс. И, конечно же, дальше будем просто тупо кайфовать. Чилить, и все. Чилить, и все, друзья. Next гайдик у нас на Нерубиан Ассасина. Покажу вам другого нерубийца. Поэтому, друзья, чтобы не пропускать гайды, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Чтобы не пропускать, смело, чтобы раз залетели к Азесу и видите, о, новый гайд, о, можно посмотреть, это будет интересно, друзья. Я стараюсь для вас, стараюсь максимально развиваться, как можно. Респект каждому, кто смотрит. Это иллюзия, наверное, да? Да, иллюзия. Респект каждому, кто смотрит. Конечно же, стараюсь, ребят, делать максимально для вас все, что могу. Ну, иногда не удается, конечно же, но... Парафидонит немножко, да? Иногда для того, чтобы сработал дабл-тычка, нам нужно проатаковать дополнительно, друзья. Об этом не стоит забывать, потому что, насколько помню, на 83-й карте это именно так и работает, что нужно прокликать. А на 85-й, по-моему, работает все четко. Да, работает все четко, только что вылетела тычка. Опа, хускариды повышены. Но хускар сильно рискует, он там один. Там один. Так, у бара есть урна, да, поэтому, друзья, отдыхаем. Давайте возьмем ТП-шку. Была бы урна, я бы играл прям овер-агрессивно. О, погнали, погнали. Погнали. Опа, можно вот этого пацана убить, ребят. ТП юзаем. Побежали. Просто убьем, по идее, с дабл-тычек. Нет, юзаем пауков, чтобы они давали нам вижен. Хорошо. Задушили. Опа, врезаемся. Даем дэмэджа и подушили. Душим, 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 пацана. Дабл тычки, пошли. Эх, застилил. Мышь, говорит. Я тебя шпрехлить буду, кричит. Ничего страшного. Вкачиваем дабл тычки и каждые секунды будем душить, друзья. Оп. Найс. 200 надо. Хочу линку, потому что там против нас есть пуч, есть некролайт, что позволит нам избегать ультимейты этих оппонентов, этих сильных героев тоже. На этих героев гайды уже были, поэтому, друзья, смотрите. Не забывайте про видосик по орб-эффектам, который внизу есть в описании, братцы. Всем респект. Все молодцы. Так, ну что ж, начинается. Жмется Stonegaze, пока не подходим. Там Stonegaze нажали у Медузы. Все, побежали, подеремся. Опа, Слардар кинул амплификацию. Давайте вот так вот сделаем. Опасно, опасно. Мутки какие-то происходят. Ну, дабл тычками душим. Паук укусит, не укусил. Да, отодвигает. Хорошо. Хорошо, ультанем сейчас. Ультуем. Бежим. Отлично. Пойдет. Хорошая драка. Пойдет. Видели, как нам ульт спасает, помогает прям. Вивер очень агрессивный герой, друзья. Не стоит стоять на Вивере АФК. Видите команду? Ага, побежали. Пауки, пауки все делают. Пауки, пауки. Это вообще жесть, что за герои. Это просто мега пушечные персонажи, друзья. Линочка нам как раз на статы, ребят. Потому что этот герой у нас болеет. Мало статистик у него своих родных, очень ватненький такой геройчик. Поэтому, друзья, линка, и вы сразу становитесь овержирными. Некоторые собирают молнию первым айтемом этому герою, но это огромная ошибка. Если есть какой-то даже микроконтроль на этого героя, у вас не будет успеха, друзья. Что-то я прям заговорился, будут в комментариях писать. Руат закри и Куантинбуи. Куантинбуи, молтиби. Так вот любит писать мне в комментариях. Но это дурачки, которые ничего не понимают, к сожалению. И обидно, что не понимают, ребятки. Ничего. Не вкуривают просто. Для чего я это делаю? Не вкуривают.
продамажили. Отходим, сейчас уже линку добью. Хорошо. Эх, как хорошо, что меня не продамажит. Так, дабл тычка, отлично. Че там, драка, да? Иду, иду. Закидываем пауканов. Пуджа можно не душить. Опа. Хорошо, раз. Еще дабл тычки пошли. Дабл тычки. Оп. Ходим с ульты. Но тут уже опасно дальше, ребят, действовать, потому что у нас уже нету ресурсов. У нас все плохо. Кстати, стрелы Хускара, они не диспелятся. То есть, если вы думаете, что вы можете нахапать под стрелами и ультануть, у вас все задиспелится, к сожалению, нет. Это не прокатит, друзья. Это не прокатит. Не забывайте об этом, что вы можете сгореть после того, как наюзаете таймлапс, ребят. Можете сгореть, да. Так, есть линка у нас, 15 минута, хорошо, 9 на 0 играем. Далее, что нам нужно сделать, друзья? Я на самом деле думаю, сделаем радиенс. Если у нас сейчас все будет пушечно идти, мы сделаем просто радиенс. И начнем просто вот так вот бегать по драке и облизывать всех. Просто облизывать. Вивер, против вивера взяли там дасты, но мы таймлапсом скидываем эти дасты. Вообще пофиг нам. Как я говорил, диспелится большинство. Большинство способностей, которые можно задиспелить, в том числе и дасты. Наверное, еще допишу в разборе способностей эту тему. Ну и, наконец-то, раскачиваем свормы наших дружков-паучков. Это будет пушка. Хорошо. Вивера очень тяжело поймать. Это один из самых жесточайших эскейперов. Можно еще сделать манту, еще сделать манту. И, то есть, вы не представляете, что с этим героем. На него сало кидаешь. Он манту там юзает, там до этого еще линку ему сбивали. То есть очень тяжело поймать. В правильных руках вивера это просто жесть, что за вещь. Я помню, я когда учился играть в доту, это далекие там 2009 года. Этот герой был более чем актуален, но, к сожалению, он был немного другой. Был немного другой. У него были другие способности. На первом спеле были духи такие. Может, кто помнит, нет. Но эти духи просто были как варды и все. То есть они ничего не делали. Но этот вивер, который мы видим сейчас уже, готовый результат, он реально пушечный, он интересный, он годный. Позволяющий переворачивать игры, друзья. Реально, очень крутой этот вивер. И говоря уже о его ультимейте дополнительно, то там уже просто жесть. Так, тут мамки нормлетер или нет, сейчас проверим. Сейчас проверим на вкус это дерьмо, ребят. Оба. У меня линка, бро. Дабл тычку даем, атакуем. Оп. Хорошо. Стой. Давай, братан, договоримся. Стонгейс нажали. Не пробил я дабл тычкой, да? Не пробил я дабл тычкой. Ну, наверное, нет, не пойду я уже. Все. Делаем вид, что я отхожу. Но я не отхожу. Я никогда не отступаю. Ля, пауками не попал, да? Ой-ой-ой-ой-ой. Отходим. Сколько? 170 маны, да? Гоу сюда пробежим. Мы их задушим сейчас. Чел на этом, на некре. 22 секунды сейчас. Крипах. Крипы еще не резнулись. Хорошо. Тавер. Мужчины. Мужчины. Хорошо. Сам не порекламишься, никто не порекламит. Ребят, не забывайте, что для вас контент целыми днями, везде и всегда. Не надо меня душить. Оп, вкусненько. 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 Погнали на низ. Очень много крипов. Пары будем собирать. Пара, дай урну. Салам. Пара, дай урну. Я за тобой бегу, чтобы ты не урну дал. Поэтому не люблю, когда неопытные сильно ребята берут урну и позволяют пользоваться потенциалами героев. Максимально. Хорошо. Сейчас будет радиенс, ребят. Берем сакрет. Хорошо. Бара так и не дал мне урну. У него их, к слову, 5 штук. Не знаю, почему он жопится. Да ладно, ребят. Ничего страшного. 3К есть, можно поесть, друзья.
Вроде еще мы не умирали, и это очень радует. Нужно быть аккуратными в этой игре, в принципе, потому что каждая смерть может привести к жесткому камбэку оппонентов. Жесткому камбэку. Прям могут закамбэчить в любой момент. Ага. Супра. ГТР, не помню. Его снимали. Да, вот он. Кол, задушим. У него маны нет. А, он стангейс нажал. Ничего, сейчас задушим. Оп. Хорошо. Опа, надо отойти, ребят. О, есть крип. R33. Точно, геттер. Геттер. Понял. Так, ну что, гоу немного подушим. Потом вот это настоящий. Сразу видно его из толпы. С него иллюзии появляются. И дабл-тычки тут помогут нам задушить его максимально. Да, задиспелил. Ах ты жук. Стой. Дабл-тычки душат. Тычки из будущего. Тычки из будущего. О, а ты шо, фидить пришел? Шо, фидить пришел? Ты умер. Паучок просто задушил. Некр, не удалось. Опа. Там в центре. Осуждаю. Ладно, не будем парня. Не будем парня докапывать, ребят. Просто парень писал, что он выиграет. Ладно, ничего страшного. Ничего страшного. Так, ну что? Ну что? Нужен тактический фит, чтобы ребята не сдавались, потому что на вивере изи катка. Очень активная. И нужная игра. Есть радик у нас теперь. Можно делать вещи. Можно забегать просто в лес и в лесу ковыривать свое золото. Но мы же крепкие ребята. Мы сейчас сделаем МКБ. Какие-нибудь еще предметы. Вообще можно делать такой вот билд, как у меня. Так, я готов. Я готов. Я у мамки вивер. Монеточка. На левел. Ну что? Погнали вот этого пацана. Ребят, нередко есть такие ситуации, когда виверу необходимо собирать этот, как его, БКБшку. Да, как бы это глупо не звучало, иногда приходится виверу реально собирать артефакты, которые, казалось бы, они не сопоставимы с этим героем, но БКБшку иногда приходится собирать, потому что некоторые герои имеют такую специфику, что они просто не выпускают со станов там или тому подобное. Сайленсет постоянно. Как Каолин, например, очень неприятный против этого героя. Еще кто неприятен. ЕС, допустим, станет постоянно. И поэтому как бы профитненько, ребят, было бы собрать Блэкинг Бар. Каточка легкая, можно некстом сделать Тараску даже против Некролайта. Это не зазорно, потому что мы деремся постоянно и нам пофиг. Чтобы спушить тавер, иногда можно вот так вот откинуть пауков, если мы попадаем сейчас на крипа, все очень хорошо, мы просто забираем тавер. Все пушечно. Все пушечно. Гоук там кто-то. Ускориды повышенные, там пара прибежал. Фиге. Повышенные их ускориды. Я могу даже под тэшки просто забегать сейчас. Оп, вот так вот. Две тычки это смерть. Сразу. Отворачиваемся от медузы, у медузы. И приятная кнопочка. Опа, в линку мне дали, да? Оп, не добил, жалко. В линку рипера дали. Погнали, потанчим. Хорошо. Задушено. Задушено, друзья.
Вот такая вот каточка. Пара урну так и не дает. Хитрый, хитрый бар. Вы урн дашь таки. Дает. Ужас. Ох, что баратрун. Можно иногда сделать медальку, ребят. С помощью медальки вы сможете душить паучками прям по-страшному. Вообще, в принципе, виверу медалька офигенно заходит. Вообще, прям отлично заходит. Но некоторые люди не собирают ее, ну, не знаю, такое. Гоу соберем МКБ, что-нибудь буризу, что-нибудь такое. А ребята, так понимаю, уже все, сдулись, наигрались. ЖГГ. ЖГГ. Ну, каточка такая. Первая резвенькая, агрессивненькая. Агрессивненькая. Так как и нужно на вивере играть, я в принципе сейчас показываю, друзья. Не игнорируйте драки, деритесь с командой, и у вас все будет получаться. Ведь паучки — это жесть какое преимущество. Хорошо. Хорош, г? Нужно фит-контору какую-нибудь, ребят, обратиться, чтобы позвонить, подфидить немного. Алло, здравствуйте, здравствуйте. Я бы хотел заказать фит-конторку, чтобы все было пушечно. Хорошо, ожидайте. Ожидайте. Спасибо. Иду. Кидаю. Паучки могут потанчить Рошана. Забирай. Саша, задушим быстро. Под пауками прям, смотрите, минус армор. Ползет там. Хорошо, забрали. Так, кристаллис, ребят. Делаем. Ой. F1 нажимаешь, не работает. Вот так вот. Хорошо. Берем паучков, закидываем сюда. Подстакнули. И все это под радиком. Жесть, как фармится, да, друзья? Кайф просто. Где там мой кристаллис? Так, атак. Ресипи остается еще. Ресипи. Ресипи остается. Ресипи. Так, ребята, тут пошли в круговую оббегать. Опа, кристаллис. И рецепт большой остается, и все, у нас готовый. Готовая буриза, с которой мы сможем жестко душить. И пофидите. Я хочу late game. Агайт. Можно заниматься сплитпушем на вивере. Очень хороший сплитпушер, кстати. Шансов поймать его просто 1 на 1 000 000. Так, ребята, там начали драку. Надеюсь, эту драку они проиграют. Так, Слардара уже убили. Я, честно, ребят, хочу потянуть немного игру, чтобы вам было интересно на гайд посмотреть какой-то геймплей такой крутой. Но, видимо, хотя 2 убили у нас героя. Да, они там проиграют сейчас драку, будет интересно. Сейчас я буризу сделаю, пойдем ребятам помогать. Так, ну они уже очень далеко дайвят, гоу, поможем все же. Закидываем свормы. Найс, пойдет. Ребята, они зашли без меня на хг. Пойдет, пойдет. Пойдет, хорошо. Слардар не умер, главное, и все. Хорошо, есть буриза. Есть буриза. Сейчас будет, может с дабл тычки вылетит крит. Может с стандартным. Может 2 крита сразу вылететь. Это круто. На вивере это круто. Можно взять, сделать дезолятор, в принципе. Все зависит от того, как вы мыслите. Все зависит от того, насколько быстро вы фармите. Насколько хорошо вы бегаете на этом герое и тому подобное, друзья. Ведь герой очень сильный, очень непредсказуемый. Он может переворачивать драки, он с лоу хп может превратиться в фул хп. И это очень круто. Это очень круто. Так, я хочу кого-нибудь задушить на самом деле. Можно еще ману, манту дополнить, мантой дополнить этот билд. И тогда все будет вот так вот просто. Вы сможете с помощью манты еще дополнительно подфармливать на Радиенс. Уф, крит вылетел. А тебе сейчас тоже. Оу, щит. Бля, там шамарнуло пацана на пудже. Жесть, да? Это круто.
Это круто, друзья. Хорошо. Это круто. Это круто, братцы. Можно Тараску просто сейчас сделать. Это жестко. Че, гоу снесем им одну сторону? Сторону можно. Они на дефе засели. Там у некро блейдмейл. Это неприятно. У нас там линия нижняя подпушена. И запушу. Держите стороны. Гоу. Сейчас низ отпушу. Раз вот так вот делаем. Два попутно. Чтобы не терять фарма. Крипы резнутся еще. Крипы еще резнутся. Крипы не умрут просто от пауков. Еще можно МКБ сейчас такой. Просто жесть. В максимальный урон просто уйти. Можно максимальный урон. Можно взять на жир что-нибудь сделать. Это все зависит от пика и от вашей уверенности игры. То есть я могу тут не делать Тараску. Я чувствую, что меня тут никто не убивает в принципе. Пока у них нечем сбивать мне линку, они меня не убивают. Можно для уверенности докупить манту. Можно, смело. Берете манту и душите. Самое интересное, кто нам по друзьям и по врагам. Слардар, вот отлично, наша команда отлично походит, подходит по друзьям, поэтому я себя чувствую просто прекрасно. Контридж этого героя просто станы какие-то, хиксы, сайленсы, как я уже упоминал ранее, друзья. Поэтому как-то так. Так, начинается там драка, да? Я побежал. Я побежал. Помогать надо ребятам, снесем. Мид сейчас. Снесем мид. Хорошо, поехал. Хорошо. 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 Жаль, что выжил некор. Надеялся, что он умрет. Так, гоу МКБ. Жесткий дэмэдж. Выходим в жесткий дэмэдж. Ребятки. Без базаров. Жесткий дэмэдж, ребят, уходим. Все. Отпушили. МКБ берем. Можно с сапогом до конца игры бегать, потому что у нас постоянно 522 мувспида, друзья. Не стоит забывать об этом. Об этом не стоит забывать. Что постоянно 522 бегаем. Так что можно и сапожок. Когда линку покупаешь, уже в принципе герой бегает просто, ну, бесконечная мана. Конечно, по КД жать нежелательно, но вот как бы жмешь и по кайфу. Артефакты очень сильны, 33-я минута. Сейчас еще возьмем вот это вот сделаем. Оп, и все. И иллюзии направляем вот так вот на подфарм. Пусть они у нас фармят. Побежали по низу. Хочется рэмпейдж в этой катке сделать. Прям очень хочется, потому что вроде проблем никаких не должно быть. Проблем никаких не должно быть. Сейчас тут усиков. Так вот сделаем. Хорошо. Подфармливаем максимально. Пользуемся радиенсом. Ребят, не забывайте, что радиенсом нужно пользоваться. Радиенс такая вещь, которая дана нам один раз, так сказать, в игре, и ей нужно пользоваться. Пользоваться нужно правильно. Чтобы вот подстакнул, окей, вот здесь вот, опа, зафризил тут, вот тут побегал, хорошо. Постараться вот этих крипов максимально убить. Хорошо. И тут если стакнем, будет очень хорошо. Оп, стакнули. А, нет, тут не стакнул. Вот это проигрыш, ребят, конечно. Это проигрыш, конечно. Гоу, продадим аквилу, возьмем гиперстоун. Низ руну. Крипов иллюзии наверх. Хорошо, и по низу. И по низу. Оп, хорошо, погнали. Сейчас мы кого-нибудь задушим еще. Команда там просто оккупировала. Драку сделала. Жесткий дэмэдж у нас прям страшный. Снайпер убился об БМ. Так сказать... Земля пухом снайперу.
Земля пуха. Можно оппонентам тут просто зажить. Все, ГГ. ГГ, сдались, ребята. Изикатка. Изикатка. ГГ. ГГ. Побежали. Купим. Муншард. С муншардом. Если что. Пойдем подеремся сейчас. Ля, очень страшный билд. Ребят, что тут, конечно, можно докупить? Скади после муншарда. Или до муншарда. Можно докупить скади или тараску. Все будет пушечно. Как крипочка просто. Души. Ух, опять на... Уф. Могу умереть сейчас. Хотя нет, живу. Че живу? Очень много хп потерял. Жесть. Жесть. Очень много хп потерял. Бара, дай урну. Урну. Бара. Лиц. О, первая урна за 35 минуток на фул. Хорошо. Выбросим такие у бары сейчас хил. Чтобы барочка нас похилил. Спасибо, друг. Лучше. О, мужчина просто. Красавчик. Некр БМ собрал, очень тяжко. Ля, вот это, конечно, с моншардами прям жесть какая душила. С шардами. Опа, пошло. Смотрите, как дамажу. Уф, поехала. Мясорубка. Мясорубка, поехала. Я тут еще живу. О, давайте, Хускара до кучи. Просто изумительный герой. Всем рекомендую играть на этом герое, друзья. Прям очень сильный герой. Можно душить. Можно душить, одобрено. Одобрено. Требола берем. Побежали на рейчку сходим. Подписывайтесь на канал Сен Азиз в Ютубе. Удачи всем. Да нафиг он нам говорит. Нужен, ребят, нужен. Полезу там. Вот сюда. Ах, уже не успеваем, да? А не, успеваю, успеваю. Еще 30-й фраг надо сделать, вы шо? 30-й фраг. Ну, 30-й сделали, ребят. Вот такой вот геймплей у нас на Рубиан Вивере получился. На первой катке, друзья. Сейчас будем играть вторую каточку и соберемся, конечно же, в четверочку. Ну, я думаю, три катки сделаю на гайде, как обычно я вам делаю, чтобы вам было более понятно, как играть на этом герое. Ну и, в принципе, поехали на экстовую. Так, ну что, друзья, загрузилась у нас следующая катка. Ой, знаю, не знаю, как вивером сейчас пойти. Через центральную, наверное, пойдем. Поехали. Так, в принципе, на next катку, на такую же, можно такой же абсолютно билд сделать. Но я думаю, тут будем делать небольшое... О, ну, линка уже стопроцентно, вижу, что линка нужна. Будем собираться также, в принципе, давайте сразу ВБ возьмем. Хилку, такой дефолтный билд. Потом в Аквилу, в стик, все по стандарту. На Аквила стик это стандарт. И урну. Даже можно без сапога. Первое время без сапога, а потом сапог докупить. А ну, Псиран, только дураки не знают это имя. О, Слардар, хороший контрпик под меня. Ну, тут сейчас возьмем, соберемся не по стандарту. Скади сейчас какие-нибудь будут. Скади и тому подобное. Так что, попробуем выиграть, это будет потно, я думаю. Поэтому всем приятного чаепития и хорошего отдыха под прекрасные гайды, друзья. Чтобы вам было комфортно.
Что вам рассказать по этому герою еще? Вот, если честно... Тинни пойдет центр, да, походу? Тинни, если центр идет, то я уступлю. Я он нафидит или ливнет, как обычно? Могу заролмить просто, как прошлую катку я начал подроумливать через пауков. Все, оставляю ему центральную. Подроумлю через пауков ему, и все. И дальше будем жить. Или вообще, возможно, тут аганим соберу. О, сало. Все, на меня очень сильные контрпики. Быстрый дэмэдж, сайленс и станы. Вот это очень жесткие контрпики вивера. Самые нелюбимые контрпики. Опа. Ц забрал руну. Ой-ой-ой. Только не кусайтесь. Все, ГГ, я погиб. Я погиб. Рошан заклепал. Найс, Рошан. Чел вывел Рошана, Рошан действительно помог. Но я монету забрал, я в хейл иду. А, не, ну Свену я фарм давать не буду, если на то пошло. Что-то слишком много вы керри понабрали, пацаны. Что-то вы много керри понабрали, ребятки. Ничего страшного. Фит-конторка это нормалды. В этом пике раз 5, если умру, это будет нормально. Главное, не больше. Потому что там очень жесткий контрпик на меня. Это Слардар, как минимум, что на амплификации меня будет тупо палить. Это уже должно говорить о многом. Так что, друзья, будет страшно. Не знаю, куда Свен думал, чем вообще, типа, ну, идти ко мне на линию. Это типа, ну, такое. Когда уже есть кому пофармить. Лардар, дабл тычками просто душить его. Это таверна. Хорошо. Дабл тычками. Свену вообще бы тут в какую-то четверку бы. Я буду лучше душить. У меня буст быстрее будет. Пуст. Блин, эти дабл тычки, это просто жесть, что за вещь, пацаны. Вы просто некоторые, наверное, не понимаете, что это за вещь. Потому что... Это реально пушка. Блин, ни одного крипа не добил. Ладно. Давайте возьмем вот так вот. Вот так вот. ТП-шечку. Чё-то сюда тангусы надо. Тангусы надо. И пойти на руны надо. Так, дабл-тычку. Посвящаю тебе. Все, отходим на рунку. Пойдем сбегаем. На топе мясо, на низу мясо. Слардар отошел. СС напишем. Он вообще отошел куда-то. Реп. Пришел Слардар. Свена есть? Нет, маны на стан у него нету, еще будет не скоро. Хорошо. А еще будет не скоро. Куда был тычками разминать? Некро вообще надо поразминать. Некро вообще крипчик. Дабл тычка. Блин, они реально топовые, ребят. На разочек вкачивайте по-любому и не прогадаете. То, что эта вариация такая, что добить можете на изи. Да, там ТП-шку давать что ли надо. Гоу. Найк, все, заднюю дал, что ли? Хорошо. Ну, я забрал один фраг. Жаль, Лину не забрали. Найк, заднюю дал, просто. Хорошо. Найк, просто заднюю дал. Че, ты фармить будешь? Твоя линия как-никак. Стоит парень, чилит. Мана 3. А-а-а, вот оно чё. Как я говорил, Тинни пойдет нафидит, ливнет. Но он еще не нафидил, но еще и не ливнул. Нечего говорить на тиммейт. Урну будем делать, ребят. Урна тут. Я вот эти три слота.
вплоть эти. Ну, тут еще и сайленсер. О, щит. О, вот это очень плохо. Дасты для сала. Вот это я не видел, ребят. Сало дасты купил, чтобы загангать вивера. Бля, потная игра будет. Ладно, первую катку вообще. Первой каткой я разыгранный был. Потому что я после стрима зашел катануть. А тут сейчас проблема в том, что сегодня другой день. Сегодня уже час не раскликанный. Очень много ошибок, не впадло прокликивать даже. А сало там просто зароумил. Сейчас обоссым. Думаю, будет не проблема. Не проблема будет. Манту сделаем. Сделаем скайди. Тут по-другому игра будет. Выиграем. Выиграем. Хорош. ТГГ ему. 120 маны там не хватит. 3 хп. Хорошо. Все, слился. Хорошо. Хорошо. Так, там Лины нету. Лина сейчас может где-то меня... Ага, вот она бегает. Хорошо. Надо другие линии сходить. Сало надо понагнетать. Но надо 6-й левел, чтобы более уверенно ходить. Ману восполним и погнали. Сало вообще изи на самом деле. Сало это вообще изи. Лина ДД, Лина ДД. Пока мана есть, пробежимся. Знаю, восполним хп, давайте. Жмешь стан? Или ты АФК? О, понял. ЦЦ мидер, а чё ты стан не жмешь? Где твой стан? Лол. Стан где? Стан где? Жесть. Сору. Дефолт. Да, идти надо сейчас стан давать и сдохнуть. Я сейчас в опасной ситуации. В опаснейшей просто. Но я отойду. Все, стан хочет дать. Попал. Я умер, да? А, не, маны нету. Хорошо. Урну накинули ему. Бежали. Сало. Хорошо, еще урну кинули. Пойдет. Не умрет? Это тоже не умрет, наверное. Столько он раскинул. О, я сдохну, да? Фу, вообще. Что за зашквар? Два героя, лоу хп. И ничего, ноль эффекта. Просто не повезло, это называется. Ладно. Что так агрессивно играете? Короче, берем варды, ребят. Сейчас все будем в свои руки брать. Вот это, конечно, вообще не пруха. Надо было себе урны накидать, чтобы хилиться и бежать. У меня еще маны нету, блин. Так вот сделаем. Гоу. Сразу, сходу можно. Да, далеко слишком. Пусть пауки грызут. Нормально, убьем, не ссы. Убьем. Я задушу его. Это вот, конечно. Ну, хотя ладно. Чтоб не идти за ХГ куда-то, куда-то. Бля, он просто сало качает 1-3. Это чисто гениально в этом пике. У меня маны нету вообще.
А у него 600 маны, жесть. Я пошел на руну. Не, возьмем давайте сапог, чтобы побыстрее идти. Я не могу пользоваться сейчас шипучами по КД. Но Сало что-то вообще гениально качается в этой игре. Показывает свою лучшую игру. Пацан просто. Свою лучшую игру показывает. Это бесспорно, ребят. Там Слардар бегает. Лучшую игру в мире свою показывает. Сайленсер. Хорошо. Стан я не поймал. Кидаем урну и душим. Урну закинули, задушили. Все, раскачали мы. Шукучи, друзья. Гонис. Гоу. Сало что-то овер жесткое мутит. Сало овер жесткое что-то мутит. Там сентри на низу есть, это я точно знаю. Свен нам не помощник, мы вдвоем. Но надеюсь, варда нету тут, чтобы бояться их. Да, спил таким. Да-да. Я пауками не попал. Осуждаю. Просто осуждаю. Кинни, ну работай, пожалуйста, давай. Хорош. Мужчина. Хорош. Задушу. Давай-давай. Иди сюда. Сало свою лучшую игру показывает. Стики. Хорош. Хорош. Сало свою лучшую игру показывает, друзья. Но мы хитрее. Мы хитрее. Мы на вивере. Мы хитрее. Мы на вивере. Поехали. Будем давайте тут идти через ПТшку. Нам нужен начальный какой-то буст, который будет нам даваться с помощью артефактов начальных. Именно начальных артефактов. На урне мы очень много делаем, на самом деле. Урна — это пушка. И далее линка. Линка, манта. Линка и манта. Тут других артефактов не может быть в начальной стадии, потому что очень неприятные герои ВС. И попробуем, если Свен будет хорошо отыгрывать или кто-то из команды, наверное, выйдем в Аганим и начнем душить. Начнем по-страшному душить просто. Просто ребята будут в шоке. Ребята просто будут в шоке. Вот так возьмем. Дабл тычку отвесили. По дабл тычкам отвешиваем и все. Если Лина пойдет сюда за руной, мы ее убиваем. Соло. Так, на топе вон Зевс бегает с этим. С парнем. С парнем по со своим. Еса Даггер, да? Да, нафидонили мы ему. Свенчик, гоу, брат. По-моему, изи. Пока ребята дерутся там. Нету ТПшки. Нету ТПшки. Дабл тычками погоняем Тэшку. Гениальная игра намечается. За Spider Kingdom, ребят. За паучков. Мне нравится озвучка вивера на инглише. Разницы нет, что русская, что английская. Она, ну, английская, она оригинальнее более. Мне этим это захватывает. Не хочу урну одну тратить, ребят. И в общем, при общем понимании ситуации, урна может мне самому жопу спасти. Свенчик может сейчас аккуратненько пойти на базу. Что он, соответственно, и пойдет, наверное. Или пойдет, возьмет маску и уйдет в лес. Наверное, так. Ждем еще 30 секунд, руны и поехали. Мне кажется, сейчас на топе будет какой-то гайгуй. Сентри, что ли? Это наш клиент, стопроцентно. Дабл тычка. Одной промахнулся, второй попал. Вот так вот она работает, ребят. И маны почти вообще не потратили на этот фраг. Главное, урна
Урна не позволяет тпхнуться. Да, либо. 2 HP. Че, гоу. Посмотрим. О, Слардар, Даггер. Еще и сало. Он меня швырнул. Хорошо. Дабл тычка полетела. Дабл тычка полетела. Нормально. Вовремя. Оп. Не знаю, здесь все домой пойдет. Нет. Возьмем ТП-шечку снова, ребят. На ТП-шках работаем, как видите. Это наш весь фарм. Вот так вот ТП-шками. Топ-топ-топ-топ-топ. И все. Смотрите, у нас тут топ-тавр подпушится. Можно попробовать задушить до конца. Дабл-тычками. Гиминейт атаками. Атаки из будущего. Это хорошо. ПТ-шка очень хороший выбор в данный момент. Ох, как хорошо, что он не закрыл. Сейчас ману вернемся. Оп. Полностью вернулись. Это хорошо. Все вернули. Потому что сало, кстати, тут ману сжигает очень хорошо. Тем, что я могу с ультимейта вернуть все. Это очень круто. Все могу вернуть с помощью ультимейта. Это очень круто. Там сало, мне кажется, не один будет. Его там подсейвливают. Соло я его не убью без ульты. Мне кажется. О, страшно. Гоу, урну накинем. У нас их три. Слардар тут еще. Вон оно что. Поэтому, друзья. Что там у него? Он в аганим идет. Он в фулл маносжигание уйдет. Фулл маносжигание идет. Нужно вот так побегать, поморосить. Аккуратненько. Потому что могут подловить, и шансов не будет выжить тут. Слардар не отпустят, тем более без ульты. А сейчас ульт уже есть. Может немного поувереннее побегать. У меня на топе два героя. Они в кустах стоят. Меня хотят убить. ОПТ на силу. А после хила. Все, ушли что ли? На меду, да, все хорошо, оставили линию. Хотя можно в радик выйти, но опасно будет. Но с радиком я быстро выформлю. С радиком я быстро выформлю, потому что золото сейчас есть, очень большое количество золота. Давайте армора дадим. Но я пока спушу. Спушу топ, ребята дерутся. Спушу топ, ребята дерутся. Сфидели, да, ребятки, там вдвоем. Четверым. Оу. Нет, только не убивай. Моя очередь. Вот этим вивер и хорош. Этим вивер и хорош. Тем, что есть возможность вот такая вот. На меня слили эхо, но я нажал одну кнопку и задушил. Да, Норд, походу, мог ульту нажать, но тут, видите, рассинхрон. Можно сказать, не повезло сейчас. Гоу, Сакрет купим. Блин, или Линку. Линка или Сакрет. Сакрет. Вот это зло, знаете, тот момент, когда зло у тебя сидело на плече, она победила, и вы купили артефакт, который не будет вам помогать выживать, а будет помогать выформить. Но сейчас сделаем Радиенс. И Линка срочно. Радик быстро делается. Нормально. Косарь уже есть, считайте. Косарь уже, считайте, есть. 1100. 1100 есть, считайте, уже. Еще 200. Оу. Это чё?
Это как вы? А Глиммер, Глиммер, вы видели, как они появились? Как они появились? Слардар... То есть у меня вообще не было такого, что я не слышал ни Блинка, ни Глиммера. Я зашел на ХГ, никого нету, вообще никого нет. Ну ладно, такой думаю. Они уже стояли в этот момент. То есть Лина уже стояла. Вот первая смерть после покупки Сакрыда. Стоит задуматься, ребят. Вот, только Сакрыд купил, сразу сдох. Это классика, ребят, это классика. Просто на меня не смотрите, делайте сами как нужно. Нужно было делать Линку. Я бы сейчас, возможно, не сдох. Хотя нет, сдох бы 100%. Потому что глобалку еще дали. Еще и глобалку дали до кучи. На меня очень много... Ну, они знают, кого знают. Че, кого тут фокусить? Тини, который 8-3? Нет, конечно. Можно же Вивера убить за кнопки. Глобалки нет. На меня слили, но есть эхо там. Но есть эхо. Блин, дасты надо, да? От Лины. Не знаю, зачем я иду опять на мид. Зачем я опять иду на мид? Надо дофармить просто мне. Мне просто надо дофармить, и все. Подставился парень, называется. Хорошо. Дабл тычки полетели по слардару, это минус. Хорошо. Этого тоже сейчас. Да-да-да. Наверх побежал. Наверх побежал. Ага. Есть маны. Хорошо. Радик есть, ребят. Работаем, живем. Есть байбек. Наверное, эхо слэм хочет дать. Я ушел. Не хочу умирать. Я и так не умру. Давай попробуем эхо слить ему. Опа. Парни, опа. Ля, ну вот как так? Еще и глобалку дал. Ну, ой. Но он опять глобалку на меня дал. Гоу манту, ребят, Линку. Я сейчас не выфа, манту надо срочно. А пацаны под тавером простояли просто. Там, оказывается, некр. Я не увидел некра. Некр там уже душил. Ну, блин, почему ты на Икса бьешь? Ладно, мой, окей, мой косяк. Инициатива наказуема, как говорится. Я пошел, думал, сейчас просто возьму и... Просто, я думал, я сейчас просто возьму от зоню ЕСа, если эхо он там даст в пол, вообще будет пушка. Но сори, нет. Мне тут вардить надо, ребят, походу. Тут никто вардингом не занимается вообще. Всем плевать, просто всех своя катка ползет вот так вот аккуратненько. 0-4-0-3. Найкс 0-4 лесной. Ну... Тяжело будет. Но попробуем. Тини вроде делает кнопочки. Свенчик на команду закупается. Ладно, гоу. Радики есть. Берем тэпку. На низ. Зафармливаем. Берем варды сейчас. 4 варда. Мне нужно было дофармить радики. Я дофармил. Все, манту срочно надо. Манту. С мантой срочно. ПТ на силу, ребят. Не переключаем обратно ПТ вообще. Потому что душа так. Зевс ульт слил, это хорошо. ПТ, значит, на инт можно пока. Чтобы шипучами пользоваться. Опа, влез. Яша, сразу. Так, гоу, вот сюда. Сейчас бы сюда поставим. И сюда. Таких два атак варда. Два атак варда. Ставили. Гоу, начинай. Ой, дай пройти. Не дал пройти. Хорошо. Так, Яшка. Яшка есть, ребят, это хорошо.
Блин, можно здесь агрессивный вард поставить, пока мы тут. Вот сюда. Поставим сейчас. Вот, шкала хоповая. Надо добить. Надо добить. Надеюсь, это не байт от тавера. Лопалка. Ой-ой-ой. Let's go. Блин, варды прилетели. Ладно, гоу, я помогать ребятам буду. Поехали, поехали, поехали. Сейчас эхо слэм будет, да, походу? Вот он где. Мой эхо слэм. Паучков сюда. Не попадаю, но... Он не должен. ЕС вообще тут ничего нажать. Не уйдешь от меня. Хорошо, что я ЕС отзонил. Сейчас бы ЕС как бахнул. Блин, я куру таскаю по КД, но мне надо завардиться. Если я заваржусь, будет очень хорошо. Ребята сами разобрали тоже, но как видите, вот сейчас манту еще доделаем. Тоже как видите, парни тоже могут. Надо помогать просто. Сейчас сделаю манту и в четверку выгоним просто. И все. Выгоним. Хорошо. Шейкер, я вообще ничего не даю. Бедный ЕС. Бедный ЕС. Некто. Ты некто. Некто Василий Петрович. И крип. Кстати, он рили крип. О чем речь? А, ребят, не будем дефолт вар ставить. Вот тут поставим. Поставим. Некто. Я выфармливать пошел. Долинки. Тут не дефолт, видите, я пошел не в линку, а в манту. Манту сделаю, будет намного круче. Я смогу глобалку снимать хотя бы. Хочу глобалку снимать. Пусть фармит, я пошел на самое жирное. Сейчас уже орбу купим. И Яшка дома лежит, это хорошо. Она ждет нас просто уже, когда мы ее поднимем. Тогда у нас все вообще пушкой будет. В зависимости от пика просто юзаем героя и все. Давайте вместо вот так вот сделаем. Хорошо. И 900 копеечек остается. Это один заход. Одни вот эти крепочки. О, не дали немножко, но... Так, вард нашли один, да? Вот этот вард точно не найдут. Центральный вот этот могут найти. Он дефолт. Это дефолтные варды. Дефолтные варды. Хорошо. На меду, парни, что-то. Давайте манту доколотим в лесу. Там какие-то пинды стояли. Шифты, вернее. Манта, ребят, чуть-чуть. Опа, паучки-жучки кусанули. Раз. Я просто тут кусаться буду и все. Оп, все. Покусали пацанов. Покусали. Хорошо, манта есть. Можно в скайде выйти, можно... Я самого-то одинка. А проблем? Так, хорошо, пофидели на линии, но в лейте душим. Рекуру можно сделать. Сейчас тут еще крипев задушим. Надо отходить гоп это на силу. Потому что тут могут парни напасть от беззащитного паука. О, вагоним выйдем, наверное, да? Да, ребят. Или КЗ. Можно не выходить, в принципе. Хорошо, воспользуйтесь возможностью. Помоги. Я бабушке помоги.
Вот сейчас бы Тиника вернуть, да, к жизни. О, есть, сейчас как пахнет. А у меня герой видели? Перекликами. Типа как будто заластить хотел. Хотя я просто нажал атаковать. Видимо, он уже замахнулся. Я нажимаю атаковать еще раз и еще раз. Так идет. Бежали сюда. Это был. Паучки побежали душить некро. На якорь там выживает. А хила много. Так, 2400 есть. Хорошо. Ману все просадили. Линочку до кучи бы. Линка, Скади. Линка, Скади. Скади. Было бы хорошо. Линка, Скади. Было бы хорошо. Так, вард нашли. Это плохо. О, сделаем Линкин сферу. Линкин сфер. Будем душить дальше. Хорошо. Линкин сфера. Полез пойти прогуляться. Линку хочу очень сильно, потому что она реально очень жестко помогает. Слардары, Лины. Лина так вообще теряется. Теряйся, Лин. Когда линку покупаешь, ничего не может сделать. Персик берем. Копейки остаются тут. Топ пойду. Я просто все лайны собираю. И все. А куда волк побежал? Волчок побежал. Погнали на топ. Погнали на топ. Почти линка есть. Парни там забрали рошу. Покупаем ресипи. Сейчас тут уже орбу быстро нафармим. Орбу быстро нафармим, друзья. Хорошо. 1000 золота. Некро поджидал. Ля, ему пофиг там. ПМ. Пофиг на проказ. Все, Тини. Малый повзрослел, да? Малый повзрослел. Есть почти линка. Дефолтные артефакты, в принципе, собрал я, чтобы жить. Сейчас конкретно на этой стадии это хоть позволяет делать многое. 1200. 5 за 200. 5 за 200. Ставеров мы все золото уже собрали, остается только лайнинг и драки. Оп, по балку нажали. О, ЦГГ, давайте снимем, а то там маны неистово жжет. Сейчас манта уже есть. Манта уже есть. Будет драться, наверное, да? Мы его сейчас накажем за это. Сейчас накажем за это. Сакры у кого-то там. Вообще, наверное, Абисса. Да. Аквилу продадим сейчас, наверное. Только куру не слей, пожалуйста, чтобы купить. Ша, погнали. Линка есть, манта есть, все есть. Можем сейчас просто овнач делать. Просто неистово. Истово, неистово. Все, погнали на низ. И она, пацаны, соло дерутся, да? Алексеевич, я бегу. Держись, братан. И там один, но ты держись. А вот этого пацана сначала. Оп, хорош, закайтил. Ну, еще ульт есть. Какой тайминговый откат. Откат мантой. Откайт мантой. Качественный какой был. Слэйр байбек.
там еще и ЕС, просто проблема в нем. Смотря на то, что у меня есть линка. Братан, беги назад. Ты фидишь. Ладно, я не буду помогать ему. Я тавр хочу забрать. Хорошо. Бегать, братан. Лина залезла в инвизибилити. Братан, уходить тут надо. Ну что ж ты? Что ж ты делаешь-то? Что ж ты делаешь-то? Уходить тут надо. Нету ничего вообще. Ну, Найкс просто. Я думал, он в меня залезет в случае, если сейчас прям все плохо у него станет. Но он не захотел. G clear. G clear. Clear. У меня есть ульт, в принципе. Мы тут вдвоем, бро. Балк, снимаем сразу. Снимаем сразу. Иллюзии просто на ЕСа поехала. Вард стоит. Иллюзия на ЕС. И все. Нам обеспечен не врыв первое время. Я еще фуловый. Рипер в линк, ну давай подеремся. Хорошо. Хорошо. Ес брез. Изика точка. Задушили таки. Изика точка. ЕС, не удалось у ЕСа, да? У ЕСа не пошла как. Нормально. Нормально. Не пошла каточка. ЕСу просто я не давал вообще никак прыгнуть. ЕС просто в шоке был. Просто в шоке. Ни одну драку не может зайти нормально. Замес. Замес не может, пацан, зайти. Сейчас скади сделаем. Жирная такая. Билдовочка будет. Через жирный билд. Магаз, отправим куру. Сами по лесу. Хорошо. Сюда бы. Сейчас возьмем скади и погнали. Со скади закончим. Через урну. Скади, а next там. Четверкой. Некстовая катка, четверочка будет, ребят. Четверки. О, CGG. От этого загрызем сейчас толпой. Бедный некр. Бедный некр. Бедный некр. А, кстати, насчет 5 смертей. Не больше, чем 5 раз сдохнуть, я укладываюсь. То, что я и говорил. Вот при таком пике. Раннюю стадию пережить, а дальше изи. Опа, сейчас нас будут душить. Будут нас душить сейчас. Ой, щит. Можно вот эту задушить на Тарас. Урну. По кайфу. Урну можно на Тарас поменять. Смотрите сами, как вам удобно. Так что вот такая катка, друзья. Ну, в общем, надеюсь, вам понятен. Вот именно вот этот билд, почему актуален сейчас был. Потому что очень много сала, очень много вот этих всех моментов, друзья. И, конечно же, только так это и душится. Некро задушим. Сейчас это что-то он.
В БМ прям можно отдушить, потом нажать ультимейт. ГГ. Так что, друзья, вот такой вот билд против сайленсов, против слардаров. Очень актуально. Очень легко можно задушить. Друзья, рекомендую так собираться. И что ж, поедем сейчас в некстовую игру. Поедем уже на вивере четверки. Надеюсь, вам этот геймблейд тоже понравится, ребят. Поэтому оставайтесь и поехали далее. Засранчик идет в мид. А, нифига такая агрессия. Сразу можно найти 7. Сразу. Так, ну что, ребят. Шишерок. Шишервивер. Вивершишер. Поехали. Тинкер мид идет. Будем собираться тут, ребят, четвертую позицию строго. Не знаю, как игра будет затянута или нет, но тащить я не буду. Кири, берите. Кири, берите. Хоть одного норм. Я в четвертую пойду. Рез агани. Если у нас хороший седьмой слот, то будет. О, сразу пошло. Сразу пошли сларки. Ну, эту катку, походу, без урона никак не выиграть. О, попробую. Керри нет. О, мартретка. Но мартретка до покупки БКБ. О, бара, это хорошо. Тинкер. Сакрет Вориор. Хорошо. Сейчас посмотрим, что мы можем на четверке, друзья. Четверка это очень сильно. Будем секьюрить мартретку. Давайте вообще пойдем к ней на линию и будем пытаться давать ей фарм, друзья. Закупаемся вот так щедро, чтобы харасить оппонента. О, Obsidian Destroyer. Это необычно. Я Морти посаппорчу. Ребят, четвертая позиция это полусаппорт. Все вы знаете, все вы смотрели видосик по позициям. Поэтому, друзья, не забывайте, что четверка должна оставлять фарм. И желать лучшего союзникам. Но и надо ТПшки на мид держать. Чтобы парни на миду помогать. Хорошо, правда я буду в каках тут всю игру. Но я думаю пару фражочков и я выровняюсь. Выровняюсь и будет все хорошо. Будет все хорошо. Надеюсь у меня все будет ровно в этой игре. Ну керри конечно у них там очень много. Мартретку могут влево, вправо впинать. Но я смогу если что ультом ее сейвить 5 секунд назад. И будет все гуд. По урону собирать. Марита. Марита. О, стан. Души его. Будем душить его. А вот это уже страшно. Все. Да. Просадили мне хп, руну не забрали. Плохо, но что поделать? Плохо, что поделать. Парми, я на отводах буду. ДК и Сларк, в принципе, фармить можно будет. Тут я буду и гонять еще. В принципе, ДК тут один, да? Ну, ДК сейчас начнем сразу напрягать. Сразу напрягать, он уже понимает. Мартретка, надеюсь, у нас фармить умеет. Мартретка фармить, надеюсь, умеет у нас. Пойду там даблстак, но потом. Смотри на мартретка, опа, крип минус. Вот так вот не стойте, ребят, не ластхитьте. Ходите вокруг, но подходите на расстояние, чтобы можно было потом дать тычку. Успеют вести 7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7. Lost the connection. ФБ и lost the connection. Ну как так? Такое бывает, что... Поехали. Ну, если пуч ливает, это ГГ. Я иду вниз фармить. Фармить свои артефакты четверочные. Думаю, диффузов собрать. Диффуз вообще классно. Дабл тычками тупо диффузите и все. По кайфу. Ну, походу, все. Все, походу. Доигрались мы, ребят. Доигрались. Сейчас вот этих ребят стакну, по идее. Вот до сюда нужно довести. Но я еще даже не ударил. Пока ударю. Ну, вряд ли отведу уже. Уже вряд ли отведу. А что с ним? Отлагивай давай. Типа так неинтересно. Только ФБ и лифт сразу.
А, у меня каждый гайд, на каждом гайде у кого-то какие-то вечно проблемы. Невозможно вообще, в каждой игре есть кто-то кто-либо. Ну ладно, под конец игры, когда уже трон, ну как бы трон, нижнюю сторону, центр ломаем, уже видно, что ГГ там можно, да, ливануть, понимаю. Но вот когда вот так вот, ну как-то ну вообще не складывается, вообще никак, друзья. Вообще никак. Хз, хз. Ладничка, сейчас соберемся. И задушим. Ждем, ждем. Надеюсь, отлагает. Странно. Ну, это, видимо, у него все. Время кончилось в клубе. Тикаем. Тикаем. Время в клубе. А, найс. Отвел. Хорошо. Сейчас дабл отвод. Марсредки крипы есть. А, нет, не успел я таки. Ладно, придется крипов тянуть на большой кэмп. Но дай бог сейчас второй левел апнуть с этих крипов. Быть пушкой. О, ну вот это вот не пойдет так, ребят. Ну-ка, переагритесь. Вообще не пойдет так. Они за... Короче, они вернулись обратно и побежали за мной потом, и все. Плохо все. Ну, одного крипа мне тут хватит. Мариты одного забрали. И вот так вот сделаем. Вот второй левел. Хорошо. Что возьмем? Пауков берем. Потому что, возможно, нужно будет какой-то ганг произвести. Сейчас аккуратненько вот тут подфармливаем. Надо на руну вообще бежать, ребятки. По хп просели. Берем хилкочку. Хилкочку. Юзаем. Сларк мид — это плохо, кстати. О, там хуск пришел. О, пришел сбивать мне. Найс, красавчик. Пара. Нету тпшки. Проблема. Я мог помочь сейчас ему. Третий левел, надо на третьем левеле убивать. Это ты загуливаешь, братан. Ты загуливаешь. Его сапог, да? Мне кажется, я его не убью. Убил. Хорошо. Только не стан. Походу он уйдет. Ух, хорошо. Хорошо. Просто мы молодцы. Не успел я быстро вкачать дабл-тычку, чтобы, если что, да просто я бы дабл-тычкой убил бы его сразу. Берем стик. Также можно в урну, но обязательно ТП, друзья. ТП обязательно тут надо, потому что у нас мидер агрессивный. Он может ливнуть в случае, если его не подсейвим. Это плохо. Плохо. Делаем. Успеваем. Нет. Успели, да? Печально. А он, походу, даже не сагрился. Вот эту ветку надо срубить, и вообще будет пушкой. Погнали отвод делать. Молодец, тинкер убил там. Мужчина. Погнали. Иногда тычку надо от крипов, которых мы отводим, получить, чтобы у нас все было пушкой. Так, вот этого пацана сразу. Загрим. А, найс, я дурачок. Я чтобы побыстрее побежать. Ладно, понял. Али на руну. Ну, извините. Все, заберет он, да? Хорошо. Сорян. Тупанул. Чтобы побыстрее туда побежать. Ну, вы поняли, да? Юзаешь кучи и... Не видит у меня. Герой. Ой-ой-ой-ой, опасно, опасно, опасно. Он идет райт-кликом на стан. Направил он и все. Го убьем, бро. Го убьем. Он же изи. Вот, хорошо. Можем еще и бару. Бара. Это иллюзия или настоящий? Иллюзия. Это настоящий уже. Ему тоже ГГ сейчас будет.
МГГ даже будет быстрее, чем Хускару. Он жирный, правда. Я даблпичками раздушу. Хорошо. Да что делает извращенец? Паучки в ход пустил. Хорошо. 39 хп. Убьют его пауки. Ну там армора много, правда. А, найс. Хорошо. Сколько маны? Маны Soul Ring. Маны. ОДК Soul Ring. МП. Я понимаю. Что могу делаю на линии? Надо урну делать. Смотрите, помогать. С. С. Вот так вот. Давайте возьмем аквилу. Все, закупились. ТПшка есть, если что, сейчас помогать будем мидеру. Я думаю, если на него побегут, будем душить, ребят. Вот пока можно вот этого кентавра даблтычками погонять. А че он расслабился? Хорошо. Армор вырубаем у крипов, потому что может заруинить вот эту тему. О, сларки на хостах. Упрыгивай. Не упрыгнул. Не упрыгнул. Можем задушить, бро. О, не, не можем, кстати. Ого, вот так урну. Пацану. Пуска точно минус. Оставляю бару. Нет, ДК. ДК ближе. Сейчас два стана. Так, но у меня еще есть шокуча. Хорошо, я мог сделать ультру. Кипер у вас пришел. Типа, я пришел и забирает. Печально. Ну, ничего страшного. Дефолтный дефолт кинкер. Дефолт. Просто дефолт. Парень делает все максимально на зло, чтобы. Ну, вы видели начало, как он написал. Туземец какой-то там сидит. Го, аркану. Да, аркана на вивере. Да. Да. Аркана на вивере. Хорошо. Это будет аркана на вивере. Не удивляйтесь. Это четверка вивер, да. Надо еще другие линии подхомячивать. Если там драка пошла, я бы тпхнулся. Дабл пички. А, давайте паучков вообще раскачаем. Тупо паучков. Давайте жуков раскачаем. Жуков раскачиваем, ребят. Чтобы они как можно быстрее били. Можно медальку сделать еще. Потом вагоним. Ходить. Я тут аккуратно лесочек могу подфармливать. Кого бежит? А то бежит. Драться сейчас будем. Сейчас драться будем, бро. Если что, если он побежит до конца, типа я не это. Сменю позиции. Я не знам позиции. Го-го-го, его. По-моему, изи вообще. Го-го-го, ДК. Смело, смело. Можем смело вообще работать тут. Хорош. Кинул дагерок. Даблтычка. Поехала. Я горю. Давайте ТП лучше на базу сделаем. Все. Хочется вечно во втором. Надо было мартретки вообще фраги оставить, но я и линию оставляю, экспо оставляю. Забейте. Гол медальку. Медальку. Медальку, друзья. Медальку. Тинкер взял варды. Ток.
Да, есть реклама. Так, мне рекламу. Заплати. Сейчас на топ пойдем. Смотрите. Спейса давайте. Там у пацана тоже свои эти. Все, погнали. Погнали, ребят, надо работать. Нельзя стоять. Так вот делаем. Медалька есть, морбид. Морбид маск там. Пили. Этот медальон оф Кауруаге, да? Можно теперь, знаете, что делать? О. Просто вот так вот. Смотрите, как его будут грызть сейчас. Ну, понял. Понял, братцы. Понял. ХП просаживаем, живем. Оп, подходим. Фларко кинул урну, но ему она не нужна вообще. Сбивает ТП-шица на базу. Сбиваю. А если там сентри поставили? Сентри поставили. Ребята. Если бы сейчас не стик, это ГГ. Сдох. И Тинкер пришел, помог. Дестер внизу. Хорошо. Гоу Дестера накажем. Через пауков вообще изи накажем. Я Тинкер, смотрите, в смоках идет. Убьет он его или нет? Через 1-2 он его изи задушит. Прям изи. Стоит под крипами. А, убьет. 1-2. Убьем. Хорош. Хорош. Марита уже наглеет там. Можно собрать солар, ребят. Давайте сделаем солар до конца. Нет ТП-шки нету, блин, я тут стою фармлю. Надо Мариту сейвить. А там убьют они Бару. Сларк. О, хорош. Хорош. Армора крипом даем. Давайте пока пофармим. Сейчас соляру сделаем. Будет пушкой. Гоним. Солярка, гоним. Все, пауки раскачаны. На топе есть сентри. Точно знаю. Я вообще должен и вардить тут, но... У нас пятерка должна быть, которая должна вардить. Вообще вардят четверка и пятерка по договоренности. Но у меня задача четверки — это выфармливать как можно больше артефактов. Страк. С помощью. Максимально помогать. Союзник. Как видите. Сейчас на топ, если побегут, сразу ТП быстренько. Оп-оп-оп. Поехало. Паучков не буду тратить на него. Оп, хорошо. Пойдет. И поехали душить. Хорошо. Это Сларк там побежал. Душит. Забеспелил. О, щит. Дал армора немного. Йесу. Ля, как мне досталось. Юзаем. Инвиз. Хорошо. Пойдет. Ну, очень жестко Дестер бахнул там. Очень жестко. Стоит принять это. Далеко мы задайвили. Не нужно туда дайвить. Туда дайвить не нужно. Берем соляру и поехала. Пауки и соляра. Еще 800, да? Да.
Сейчас пару убьем. Чекайте. Закидываем вот так вот. И паучки поехали грызть. Он умирает. 100%. Давай, давай. Хорош. Идет. Тинкерос тоже много делает. Молодец. Сейчас на топ пойдем. Солар есть. Давай, давай, давай. Талисманов и Васян есть. А, да, да, давай, давай. 3 секунды, 2. 1. На топ надо срочно. Погнали. Есу сейчас дадим. Есу дадим. Хил. Я тут. Гоу. Тэшку. Солярку на крипа. И поехали. 12 армора. Крип. Можно смело, кстати, под тэшку даже. Давай мне стан. Портретка задушит. Не буду забирать. Портретку пусть забирай. Молодцы. Дальше гоу. Тэшку. Пара. Ой-ой-ой. Вот этому соляру кинул. Я там минус армора. Жопой же. Пуску. 20 армора минусом у пацана. 20 армора минусом, ребят. Просто через Solar Crest. Как же это пушечно. Ля, не попал, да? Он на себя подтанчил. Пойдет. 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 Эх, не добил. Что-то минжевался, минжевался. И не добил. Так. ДК у нас пришел. ДК злой. Дэмэша снял у нас. Задувочкой. Го, вагоним. Пора. Огоним. О, хуски. Давайте хускару кнопку нажмем. Теперь ДК кнопку можно нажать. Нет, Марита, души его. О, меня тут не видно. Твари накинем. Там минус арморы. Я еще живой тут. Я розовый и теплый. Ларк убегает. Бежит как могёт. Оп. Опять я пауками не попал. Не попал. А как вам минус 15? Армор. Вот душат прям. По-страшному. Почти есть, гоним. Хорошо. Пойдет. Сейчас огоним уже добьем, ребят. Чуть-чуть остается. В драках надо огоним. Они пока вообще сосут по-страшному. Жесть. Жесть просто. 0.9, 0.5. Может будет какой-то камбэк? Я так думаю. Будет очень тяжело. Очень тяжело будет. А нас 4, у них фарма нету вообще, по сути. Нас 4 же. Хорошо. Главное ничего не потерять в такие моменты. Когда мануам будем. Хорошо. Оп, отлично. Сейчас уже огоним будет, дофармливаем. Дофармливаем. Ребят, вивер четверка через медальку вообще самопушечная тема. Вы берете медальку и душите оппонентов. Рили крутая вещь. Всем рекомендую, блин. Чуть-чуть.
И на ульт разведем его. Нет, не разведем. Хорошо. Надо было сразу кидать. Есть, и гоним. А ребятка помогать просто. Дальше Акториниус и все. У нас Тинкер в АФК ушел, кстати. Игра намечается быть интересной. Жалко. Так, вардики. Давайте стик продадим, купим варды, есть аганим у нас. Все. Купили аганим, друзья. Можем возвращать союзников к лайву. Гоу. Вардики. Сейчас купим. Поехал. Раз. Возьмем Акторин и Гем. Это наши артефакты, с которыми мы должны закончить эту игру. Эх, экспириенса. Давайте мартретки дадим. У нас 15-й. С 15-го мартретки совсем экспа нет. Совсем экспы нет. Так. Есть варды. Сейчас будем ставить. Раз. О, Тинкер проснулся, да? Вернули хп, мафредки. Я убит, смело. Убит смело. Сюда вард поставлю. И для Тинкера надо вард какой-то. Хп вернул. Арита ушла. А чё она ушла? Нафига? Нафига уходить тут же? Надо пуша идти делать. Ужас. Просто ужас. Душим. Ля, меня кидает. У меня минута. Пик Тинкера. Пик Тинкер. Так, я если что верну. Лайфу. О, щит. Не успел зайти. Душим. Сейчас, если что, я соверну. Проблем нет вообще. О, щит. Ладно, себя надо. Мало. Тинкер на лоу хп оставляет специально. Такой стилерский чел вообще. То есть, ну, не стесняется. Нету ульты, бро. Я тут, походу, умер, да, тоже? Еще живу. Хорошо. А, боже, он все стилит, этот чел на Тинкере. Ужас просто. На мне урна, контрпик урна. Урна на урну, нет, никак вообще, вряд. Тинкер, жесть, че за чел? Просто по КД кнопочки. Тр-тр-тр-тр. Нормально, убили. Но умер я таки, но не должен был тут умирать, на самом деле. Мартретка вон с Аегисом на базе стоит. Ну, с этого мне ничего не надо, только если... Ничего, в принципе, не надо. Морта в АФК ушла. Тинкером я не буду плеить. Была, все продадим нафиг. Догон и все, трогай. Нафиг. По-честному. Чтобы распределить всем. Марита в АФК ушла тоже. Тоже в клубе сидит. Что за фигня? Пацаны, как это выиграть? Че такое? Вивер четверка, я тут соло не надамажу. С Ларка тем более. Портретка тоже АФК ушла. Че за игра вообще? Бля, бред. Ладно. Продаем. Купаем.
потная будет. Походу я тут сам себе режиссер буду. Сам себе режиссер. Ох, есть, как накрыл. Ес сам себе режиссер тут, походу, показал фильмец. Ты где? Кто играть? ЦП. Стоит АФК. Гоу. Погнали, Октарин возьмем, ребят. Погнали, Октарин возьмем. И завардимся. Вард, гем. Все, поехал. С таким билдом мы должны закончить игру. Это идеальный билд для нас. Четверки. Держи бустер. Оп. Есть Октарин. Сапожок. Ну, вардики. Травала бы, да? Стинкера. Травала, если бы забрал, был хороший. Но гем пока некуда. Го на мид. Или нет, го на топ. Топ, низ. Топ, я пойду дефну, пауков закину. Пауки быстро кдшат сейчас будут. Оп, хорошо. Мы почти вечно можем в инвизе бегать. Почти вечно. Прям. Жесть, как вечно. Да, не дамажит, надо отойти. Аега. Пропала. А может не пропала, может и в астрале сдох. Хорошо. Есть. Пойду на топе заваржусь. Маны жопой же. Бери. Хорошо. Отлично. Я тебя сейвить буду. Сы. Нужно только собраться. Я на топе тут толкаю. Вот не могу, я все равно. Вроде играешь четверки, а мыслями-то я все равно на кор роли. На кор роли сижу. Просто вот стопроцентно. Кор роль. Все, гол. Опа, астрал. Ну нет, не вижу даже его, где он тут. Забираем монету, поехали. Все, гол. Вот сюда. О, я толпую. Поехали. Я завардился, можно смело. Вниз. Гоу, смело. Я вард как раз поставлю сейчас. Вот сюда. Не дефолтный вард. Мартредка пусть возьмет иллюзии. Бери. Не надо там драться, сюда. Не-не-не, линию пуш. Там не за что драться, парни. Если мы будем драться в лесу, вот как сейчас ЕС пошел, то там не за что драться вообще, в принципе. Нам нужно драться за товара сейчас, у нас такая ситуация в игре. Нам нужно пушить. У нас три игрока, мы втроем играем. Три игрока. По низу просто и все, и поехал. Мы можем выиграть это. Мы не можем, а должны просто. Обязаны это выиграть. Просто обязаны с такими айтемами, со всей темой. Вардик только. Сюда. Лимер. Хорошо, это минус. Жесть, там тычка от ЕСа. Там тычка от ЕСа, жесть какая. А Мортру сейвим и все.
Чекварт. Не туда. Хорошо. Хорошо. Хорошо, зацепил. О, пуш. Просто и все. Опа, я сейвлю. Сейвлю, если что. Пусть сливают ее. Могут. Где Мортра? Хорошо, кинул пауков ей. Жабе этой. Ульт КД, бро. Ульт КД еще. Держи. Подхиливаю. Можем задушить-то, ёпта. Чё отпускать-то? Возвращаем ЕСа к жизни. Хорошо. Господи. Как же это круто. Четверка вивер, это круто прям. Но тут просто обязан четверку, потому что нас тут трое. Просто. Просто нас тут трое. Еще хекс можно доделать в этот билд. Хекс в этот билд. Самому надо что-то захилиться как-то. Поехали. Портрет гоу. Скар бежит, что хочет. Отстань от нас, мы не бизнесмен. Нету денег. Нахуй ска надо. Этот в инвиз идет. Ой-ой-ой. Оп, возвращаем КП. Возвращаем. Но ВМ убился, пацан. Нету ульты. Нету ульты. ВМ убился. Рефрешер, что ли, собирать? А что бы это если два ульта подряд заюзать так прям? То есть зачем? На 10 секунд откатит, что ли? Получается так. На 10 секунд откатит. Лол. Вивер с рефрешером, это, конечно. Чё, давайте попробуем. Может, это новая мета будет. То есть это на 10 секунд откатить надо. Можно будет. Да как так вообще? Лол. На 10 секунд откатить. Хорошо. О, пауки там закинул. Все, минус армор пошел. Бля, там столько всякой всячины. Топчик толкнул. Топчик толкнул. Оп, я топ толкнул. Хорошо. Хорошо. Мид, да, можно мид, я топ толкну. Топ толкаю. Драка на миду, да? Бегу, 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 бегу. КП собрал. Хорош. Ну, Марита уже тут сама решает просто. Нормально. Я ей подосрал, получается. Давайте рампейдж ему дадим. Рампагу делай. Рампагу делай. Да, зачем? Зачем? Дай рампагу. Да, крыса. Максимально старались помочь, чем можем, но, как видите, ЕС не дал рампейдж. Ребят, заканчиваем этот билд хиксом. Тут, ну, вроде тут без шансов вообще у них уже. Вроде у них уже без шансов. Втроем пятерых победили. Марита, надеюсь, будет довольна. Немного отсаппортили. На лайне очень много я забирал у нее по прагам, конечно. Но так получалось. Так нужно было. В итоге вот исход игры. Мартретка у нас бегает 15 на 4. У меня 24 ассиста. Это то, что нужно. Питконторка. Питконторка просто. Хорошо. И хексов дополняю. Отлично.
Я готов прям. Новым победам. Новым победам я готов, ребятки. Вот такой вот билд у нас выходит в конце. Очень сильный билд. Очень полезный билд. О, тут на меня выехали. А, нет. Юлечка. Как ты что там танкуешь? Прям мартретка танкует. Я хорош, он меня, смотрите, как Дестер убил. Унизил просто. А ульт будет сейчас уже. Хорош. Я спрыгнул, если что, я соверну к жизни. Хорошо. Пил любого, пацаны. ГГ. Ребят, ну вот такой вот геймплей на Вивере у нас получился в четвертой позиции. Вроде неплохо. Но команда, конечно, ВС была не очень сильная. Как видите, вообще без шансов выиграли. Задушили мы втроем. Тинкер, конечно же, такой парень, который зашел, повыпендривался, постилился и вышел. Но он тоже вроде неплохо шарит. Молодец, короче, пусть гордится, если вдруг увидит этот видос. В общем, ребят, четвертая позиция на Вивере — это очень сильная тема, которая позволяет реально, ну, душить. Рекомендую вам собираться, вот именно если хотите в четверку, вот такой вот билд, прям вот так вот заходит. В общем, на этом все, друзья. Гайд подошел к концу. Надеюсь, эти катки вам понравились. Напишите в комментариях, какая катка вам понравилась больше всех, конечно же. Ну и, в принципе, на этом все, друзья. Спасибо, что смотрите, спасибо, что лайкаете, спасибо, что подписываетесь на канал и ждете свои гайды, которые еще впереди. Или если вы не знаете, был гайд или нет, зайдите, посмотрите в вкладке видео. Ребят, гайдов уже около 90 штук, но некоторые гайды старенькие, их я буду переделывать, конечно. Потому что тогда не было такого опыта, который у меня есть сейчас по монтажу и, в принципе, по всем другим фишкам, которые я уже обрел в ходе вот этого, так сказать, образования вот этих гайдов. Так что, друзья, всем удачи и хорошего настроения.